Слушай, здравствуй, мой любой, види мои глаза, и ты увидишь, как они говорят мои. Раз, два, настройка звука. Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Яичница куриная с приправой обалденной. Значит, типа, готовят еду, я беру сковороду. Потом на сковороду эту мать курицу кладу. Потом туда нагонкаю подсолнечного масла. Еще немного перца и протертой сырной массы. Еще воду морковки и покрашу лучку. А чтоб не вышел запах, можно резать пенечку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Знаете, уважаемые, что там нет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца не в дом, не суп, сытность, не покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца сытны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца запрели, лишь бы они не подгорели. Студеною зимой и зеленою весной.